все, хотел кикнуть. И тебе удачи. Пикните шкаф. Бенгомастер, прием, блядь. Проснись и понял. Тыкните, блядь, чего вы там АФК стоите? Вы там и распределились, кто слизня, кто босса? Ну я, естественно, на слизнях. Я же протопал без Т4. Сирусы гадкие. Под босса стали, а чё одного? Три, два раза или что? Два, один. Один. Ты, блядь, чудо нахуй, скачай ДБМ, сука, нормально нахуй. Феникс. Ты заебал нахуй. Раньше времени пулись нахуй. Фонарий написал, двоечка. Ты единственный танк, блядь, у кого нахуй проблемы, сука, пульнуть нахуй после отчета, блядь. У меня ДБМ типа, ну, прописной. Блядь, я не буду нахуй качать лишнюю хуйню, мне и так фризит, блядь. Это ебучий Сирус, блядь, в рейдах нахуй. Понимаешь? Могу сказать, скинь мне этот ДБМ чисто на CLK отдельно архивом. Буду видеть ваш пул, наверное, типа сомневаюсь. Вряд ли. Да, но я не могу свой ДБМ сносить, у меня под меня сделано. Так заархивируй его просто в рейды другой ставь. Не понял. Это почему бедный хант? Он у тебя на стриме сидит, Рид? Чё? У тебя на стриме он сидит, не пишет, бедный хант. Кто? Я ещё не понял. Этот, блядь, Витя. Ну да, он заходил, смотрел. Понятно. Ну, это 4 обсуждаем, типа, как его там менять будет. Что будем делать с ними, какие спеки, какие камни. Чё, энто в мейн состав? Ну, Зигор, я еще не знаю, что делать с Энхом, либо в хосту его перебивать, либо что с ним надо будет. А я вам так, блядь, ребята, удивляюсь, нахуй, на самом деле. Вы, блядь, нахуй сидели, все на него гнали, нахуй, а потом, блядь, уже нахуй с ним общаетесь, блядь, на стриме. Я, блядь, с вас двуличным просто охуеваю, ну вот, серьезно. Хотя двойной хуй где-то, нихуя. Он мне человек заходит, иногда пишет просто, где. Не, нормально. Он мне поезд подогнал, блядь, 264 на друиды. Не, нормально. Коррупция. Спасибо ему. Феникс за это получил. Уличный. Феникс за это еще 30к получил на гильдию, так что что-то не знаю, вы говорите. Зачем ты его грипаешь? Не трогай его. Он не взорвался, у тебя сейчас взрыв будет. Я его забагал. Только что буквально. Профис. Мы багами-то не пользуемся. Я из Джастера. Джастер. Блять, эти Джастер нас гуилд, блять. Это нахуй пиздец, блять. Джастер нас гуилд. По носам, блять, пошло нахуй. Все? Вы тоже на 1% Джастер? Нихуя. Ну все бан золотой. Ну только на 1%, потому что ты у нас есть, когда я тебя бан. С кем ведешься, то наберешься. Реально, блядь. Ебать, лутецкий сочный. Че, сколок не гнилого, не стухлого не помню. Блять, хуево нахуй. Идем на Вальку. Дружненько, блядь, речник. Сколько у тебя там душ? 948. У кого там? В больницу зашел. Нет, у кого? Кто в больнице там? Сердцебиение. Ща я пойду чайник поставлю по весне. Так, коса говорит Вальку, минус 2к. Нахуй петлу беру сразу, блять. Не потеряй мне друг мастер, ща я 2 минуты приду. Угу.
Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Где половина рейда другая? Охуела, отошла. Осуждаю. Ты чё, не вон столик? Ну а чё, 4 хила здесь. Ну, в принципе, там. Там ДД есть. Какой? Пункт, главное, что здесь, стоит. И всё. 5 ДД стоит. Сойдёт, да. сойдёт. Ты чё, не вон холик? 5? Нихуя себе. Давай, у тебя математика всё хорошо? Давай, давай, погнали. Ну, 8, хуй. Вам 9 вообще-то. Они ссылают, ну, блядь, прям страшно в магазине тебе сдачу давать. Ты даешь 5 косарей за жвачку, тебе сдачу 100 рублей, ты говоришь, ну окей, и пошел. Нормально. Итак, не играйте в охотниц. Сам играю. Ну, сорвете мы забирать не будем, на характере. А кто будет? Ну, ДДшники, которые сорвали. Не, я думаю, второй танк нормальный заберет, да, ДК? Ну, с миликов заберем, с миликов заберем. С кастеров нет. Наш ультиматум миликовский. Не, пускай кунка там кует, если что. Ему же души нужны. Он если он сдохнет, все, душ не будет. Он будет мертв, души будут капать мимо. Ай-яй-яй. А кунка здесь? Тогда. А да, он дерется, вижу, хп скатит. Я вообще-то АФК стоял, лучше пульнули мобов. Да. В смысле, блядь, АФК, нахуй, тебе души нужны, мы из-за тебя тут пришли. Он с самого начала бил. Да он рофлит над тобой. А, я вижу, что рофлит, я же вижу, не просто вижу. Я, все, блядь, равно. Повторяю, где Степан Холик? Надо осуждающим мне поговорить, почему он не добил души в десятке. Я писал диплом. Не бейтесь. Да нахуй он нужен? Уже жопу подтирать потом. Чё ты долго так бишь его, блядь? За 3 дня можем диплом написать. Заплатив деньги. Нет, самому взял, написал, блядь, и полгода сидишь и отдыхаешь, потому что диплом уже готов лежит. Ну, это мой первый диплом, у меня нет экспириенса. Так у меня тоже был первый. Ты не считаешься, я на варе играю. Сейчас умру. Ой-ой-ой, курочка, ебать. Берни меня, Берни! Не, ну, был бы я юристом, я бы тоже за 3 дня написал. Спасибо. Не, я машинист. Ну, то одна хуйня. Юрист, машинист. За 3 дня написал, за 2 минуты защитил, ушел нахуй все. Не знаю, у меня защита была 30 минут, наверное. Подожди, а на машиниста нужно высшее образование сейчас? Не, там это было среднее, на вышку меня не взяли. А, меня даже на работу не выпустили. Потому что меня до диплома вообще пропустили, это уже слава богу, блядь, спасибо, нахуй, называется игра. А нам с этих мобов же не хватит. Потому что мне сказали, а, мальчик, да у тебя это, сердце немножко шкарит, тебе нельзя сюда. Кого мобов не хватит, блядь, там на синдре нахуй их 50, нахуй, сразу этих дракончиков мелких, даже больше. А, думал, мы давали. Блин, какая цепнуха, почему не рез, почему не рез? А-а-а. Так, давайте троху немножко. Как я тебе рез, а в том-то прикол? Да хуйня, ну, надо кому-нибудь? Я тебе резал, а мне комбат повешал, да, а мне комбат спал рез. У меня просто на этих висят орехи, видишь, вот вся проблема. А мне комбат дают все время. На этих ком. Да на танках, которые все время пулит, не дают резать людей. А, хороших танков, так бы сразу сказал. Ну, так сказать, хороших. Мега крутых, я бы тоже так сказал. Один на грани держит, другой пулит раньше времени. А, на рейд, все, тихо. Бишь шмот только на рейду выпал. Надо, интересует. Давай, издевайся. Ты лучше снимай ЕП, потому что мы-то хилим и не можем.
там есть компромисс. Вот обмен дашь. На ханта без ножки. На Ян Халид интересует? Много будешь издеваться на ДНХ, да? Пока энхов не апнут, надо троллить. О, Эдик, давай, ЕПР шихли. Кольцо. Действие, да? А что, тебе уже не надо декольцо, что ли? Да не, рано пока, типа... Хайлуски я возьму, еще про это нет. Спасибо. Хочу одни. Да и ку нахуй без ПВП кольцо, че ты, блядь, прикалываешь, что ли? Говно нахуй. Ни на одного кастера. Ну хотя но на лоу. Почему это на ДЦ? Вторым. У меня проковая стоит. Нормально же. На ДЦ Малигос лучше. Да, да это счет уже, демон. Что за Малигос? Ну, этот, который с Тиндры падает. Там хоста, СПД и бил. А, ну дух-то нахуй не нужен. Можно я? Да, вторые счеты надо кому-нибудь. А вы не хотите копье бросить? Я бы достал бы. Там, блядь, какого-то ФКшера нахуй, это копье кинуло, блядь. Это мы в Мелизоне только что. Я по в реале нахуй кикнул, блядь, вот этого нахуй. В Мелизоне только что лежало, его заклеивали. У меня фрейм багнутый. Нет, копье сдохло. А, в Мели бы. Клеивали, заклеивали, блядь, даже кикнул. Реально, блядь. Копье сдохло. Спасаем грешника или оставляем его? Оставляем, оставляем. Обочки. Шанку десятку снимите. Он все заебался спамить кнопки, блядь, я посижу просто. Понял, токен никому не надо. Вот этот паладин женщина книжника. Не челом или нраш. Друидовский токен не падал, кстати. Ну. Нет, два пала упал. Достаньте копье, пожалуйста. Что за шанк? Кто такой шанк? Волк. Это Шанг Цунг. Ноль назад квадрат. Фонарега обмен второй токи. Чувак, что ты хочешь от меня? Ну он написал 20, опечатку написал. Ну ты а поставил я поставил 200, он написал 20. Чем проблема? Блять, ладно. А разве есть опечатка при ауке? Да. Да вроде нет. Потому что челы-то минусуют. Ну, ставил а, нет. Ты видел это или нет? Фонарей обмен. Второй тоже на базу. Куда? Еще раз дай мне. Ты куда-то съебался только что. Так я с тобой шел, я думал, ты идешь. Пошли. Синрицу сдох, наконец. Мирай интересует нахуй. Что там вроде? За 20к дам тебе, блядь. По дешевке, Мирай. Будешь брать? Извините, только что я думаю, подошел. Там срочное дело было очень. Да что вы рофлите, типа, по 10 ИП, что ли? Мирай, как тебе? Блять, там кольцо уже ушло. Ладно, моя вина. Мирай, за 20-ку всего лишь будешь забирать? Так у него есть. Еще одну пыль, нахуй. Бля, вы там полчаса будете ставить. Полтора за пригу, блядь. Когда уже нормальные там пойдут? Давайте, ну, блядь, речь. Реально, вы заебали их. Ставьте хотя бы по 500, нахуй. Ставьте. Ну, блядь. Мирай, бери две воли, нахуй. Делай дырочки, нахуй. Как серьги носи на ушах. Потом. Все будет нормально. Я справа. Я снизу. Кто сверху? Ставочки детские идут. Распыли волю. Реально. Я еще десятку поставлю. Так, фонари справа, безжалостные слева. Первая, третья пати слева, второй, четвертая справа.
там... Вы заебали, нахуй. Все, шаг нахуй, блядь, 500, нахуй. Ниже не принимаю, нахуй. Донгермайстер 5, на. Я сейчас до 30к буду так по 500 идти. Да мы можем пока босса запулить. Они как раз раздуплятся. Босса всего 6,8, у него больше нету, понимаешь, все. Донгермайстер обмен. Все, поехали. Отчет даю сразу. Через Мулинраж и хилите. Мулинраж, демонический доспех. А кто справа, кто слева? Вот я тебе ориентир. Там шанг со звездой рядом, Дима. А за Вальку дадут душу, интересно? Нет. Если ее убить. Только поебал. Да истерию. По Вальке как нехуй. Я шучу. Ой, блядь, забери нахуй эту хуйню с меня, блядь. Это за блинтроль. Да пуч. Пуч. Не, а кто-нибудь тестил, нет? Серия должна же работать, да? Да, да, может, она работает. Конечно. Она и так снимет, что мы сейчас охуеем выхилить, заебеть. На фул свои ЕП хочешь серии кинуть? Похуй вообще на твою. Бейте червей, блядь. В долг ходить. А с каких пор исторгающий невосприимчив к кровотечению? Что за хуйня? Он скелет, ёбаный. Да, блядь, это да, нахуй. Это Сирус, блядь, творит чудеса, нахуй. Да, бама. Конченый. Не выпускайте его из фера. Это пуч. Мне работу лишнюю создаете. Вайрал тогда уже сразу Синдру, ебём и вернёмся на пропочине. А квест... На, блядь, а квест на Синдру нахуй не нужен, да? Понял, я забыл, блядь. Что-то мне кажется... мучаемся. Через Синдру, там... если сразу идти... Тем более на Синдру мы всё равно портал откроем. Какая разница, блядь. Мы времени потеряем, да. Сумка, только еще косарик потеряет, и буду очень нравиться. Я когда косарь увидел, сразу улыбаться начал. Да, я так и понял. Сразу настроение поднялось. Все для тебя. О! Это знак того, что пора давать бафы первого уровня? Ондре. О! Кто выведет получается фраг? Можешь мне бафнуть своего прота первого уровня, не обидишь. А там уровня нет, на тебе по факту первый уровень. Ну вот и все. Так он тебе бафнет все бафы, а потом МП5. Да. И все снимется. Блять. Ну и с тобой будет минус ЕПшку лутать за такую хуйню. За компанию, правильно. Пусть кидает, блядь, я понял. И шажать на шутку гуляет. Сколько у вас там стаков? Чего вы так долго хилите, блять? По 26 стаков у них, грубо говоря. Все, сейчас вылезу, дашь Геру нахуй, и этот Шоэп с гимна хп пропоешь по Валькина, когда вылезу. Два хулипана, блядь, прикалываешь меня. Не трогай. Все, давайте Геру гимна хп по Вальке нахуй. Возложение ебните еще по Валькина. Я давал. Истерию. Забери, блядь, с кулю нахуй. Хорош, нахуй. Две пары узов. Два поща. Блядь. Нихуя. Три, блядь. 10. Не, ну кольцо сколько? Ж заебись. Кольцо на фантаду, идите нахуй. Да ладно. Сторонить на милицию. Он на мутика кинжал. Второй ДС мощно, блять. Ну что-то 14 тысяч они не стоят. Ну чё, кстати, там у Наськи уже по осколкам, то сколько у них? 49. 15. Уже 15. Полетели, блядь. Чего полетели? ХПшку прожал, нихера. Бота делать-то. Далеко серебряно.
Ладно, я прибегу. Посмотрите, милики, как ставятся ставки. Вот, блядь, 15 тысяч нахуй. Нет, сейчас, блядь. Ой, Феникс голду поставил. А можно я это повторю за кастерами, поставлю на их бутсы? Спасибо, я сейчас. Все? Поснимаешь его, да? Да, да, да. А первые за сколько ушли? 25к вроде. А, то есть по дешевке, да, он забирает? Урвал, так сказать. На халяву. Ну да. Так, короче, кто у нас там, блядь, АФКшит все нахуй? Шкаф, ты тыкните, блядь, что у меня так осколков мало. Почему, блядь, 5 осколков всего лишь? Пиздец. Кунка, хочешь поводить дракончиков, которых потом убьешь? Чтоб я сдох, и мне душу не дали? Да. Чё за кунка жаришь? Ничего, полутаешь минус, блядь. Так, этих больших, короче, безжалостные справа, фонари слева, как сейчас смотрим, и сводите их в центр сразу. Поехали внутрь. Повкладываем гиску, как можно. 600 хп, максимальная пока что. Потом увеличим, но пока 600. Недельный лимит. Фласки, говна, рыба. Все, больше нихуя не надо. Бать, они меня идут. Например, расходы фласк надо, чувак. Не заказывай. Ну, это по аукциону ориентируется. Раз. Слышно? Все, все по аукциону, короче. Ребят. Тебя слышно. А, все, окей. У меня просто интернет отпал, что какую-то хуя. Ну, 350 голды и одна фласка стоит, считай. 1000 голды, 3 фласка, плюс-минус. А сколько вклад стоит? 10к 600 ИП? Да. 10к 600 ИП? 30. Подожди, 30 фласок выходит, да? Плюс-минус. Ну да, 27, 28. Ну, от 30 до 40 фласок, короче, так. Да ничего-то нет. Вообще как-то мало, на самом деле. А чё ж не 50? Не, в смысле, ЕП мало, блядь. Не, ну это... Пока ж мод всем нужен, логично. Сколько ЕП за ЦЛК дается, я не помню. 9500. 9500. А маги, грул и ВК сколько там выходит вместе? 2к 2500 4500, то есть это чуть больше 10% недельного ЕП. Центр, сидите, милики, не умрите. Я бы сказал 20. В центр, блять, сведите, дайте у я милики, съебите оттуда. Если там на скиллухе можете станы там поскидывать по вихрям нахуй, дизарма там давать и так далее, ебашь. Пролечу. Пах. Бомбы бесполезны, да, Кунка? Да. Вау, 1300 кританул. Какую ты цифру последнюю сказал? Тракториста, блядь. Я как самурай пройдусь по паукам, всех разорву. Ты багнешь? Нет. О. Мы в джастах вообще ухода били, там все кастеры стояли, да, снаружи. Да, блять, говно ложкой жрали вы там в джастах. Да. Это я помню. Всей семьей. Ребята, самая большая порция доставала, да, фонарь? Да, а я потом отрезки. Он добавки просил еще. Нет, спадил. Это разбалованный. Здесь.
Смотрите, еще никто от пауков не умрет, чисто вот. Где они? Ну вот, видите, никто не дохнет, я их вернул. Это не пауки. Пауки. Не, если дракона до взлетки убьем, 300 ЕП, напоминаю. Блять, я съебываюсь нахуй. Ха-ха! Лучше бы агрон набрал, чувак, это... Ну, нормально так, три моба на мне. Я умер. Нормально так умер, да, кунышка? Трех мобов, да? 3-4. Иди захилили. Dungeon Master красава знает, кого напугивает. Блять, фонарь, ты можешь стоять в центре? Там комбо, ты видишь, раньше времени мы людей не можем зато нахуй резать. А ты душ набрал, да? Орешки перекинь, и все, проблем не будет. На меня быкуешь еще. Вот, и нет, сейчас наберет после дракончика. Сколько у тебя душ? 971. Я сделаю, не трогай дракона. Да зато руму не дают души. Я бы Боб попросил у фонаря. А я давал Бебе. Беба? Либо Боба. Бля, за 7к разбойник волю забирает. Кроме хосты, что-то прокает. Нормально, нормально, разбойник, блядь, сильно сидит. Ловкость, крит. А Беба же с X2, этот мощный пампище рога. Это мой твинк. Чё ты ржёшь? Это вообще-то часть плана. Над тобой я пробил, блядь. Посидите маком, пожалуйста. Я жить хочу. Блядь, опять на пол дали, что ли? 999. Это, конечно, прикольно, что кунг идет урон, но давай не напуливать на кунка, потому что нужно, чтобы он жил и душу фармил, а не вздыхал. Да-да, ждем, когда трим перед драконом, сразу не пуляем. Еду 2 минуты, можно. Ну, сейчас нормально. Подведи сюда их, подведи сюда. Чтобы миликом удобнее стоять было. Так, ну эти качели. Нет, я сам. Можно просто на лестнице стоять, не обязательно туда. Осуждаю. Ладно. Тебя на ступеньку выше кидает, и ты назад не улетаешь. Не верю. Врать и катить. Меня в джастах так учили, они там не валют. Что за гильдия джаст? Сейчас отчет нам. Рыбу поставлю, чё нам? А, ребята, Геру нельзя будет? 32 секунды, рыба, да, рыбу хавайте быстрее. Ну чё, Беба хороший. Д3, Релка, Д3. Беба топовый, ебать. Ребят, 200 ЕП на кону. Её нельзя есть. Соберите яйца в кулак. Ну тупал, ты танчишь, и вон холика спекаешь. Давай. У нас демонов сейчас мало, спекайте из демонов. Тут дота не работает. Я даже хаспот возьму один. На, серщину поломав. Не, 20 секунд. Я не буду ждать твоего нахуй 20 секунд. Гляньте фласки. Маслом грудь мажу, подождите. Гляньте фласки, вдруг закончились, час прошел. 5 минут еще осталось. Риду похуй, не спекнулся, перестань, тоже. Так а чем мне спекаться? А я что спекну, что не спекнусь, не поменяется. Ты так уверен? Может, что-то и поменялось бы. Кто меньше всех Геру даст? Шепот, я несправедливо, я Геру в успехе меньше. Геру. Тут шипешники и ДКшники себя хуёво чувствуют. А ну и вары, раны что же не... А мы успеем. 200 ИП? Не, не успеем. Успеем. Успеем? Успеем.
Запамплено. Они успели, успели. Мамой клянусь, не улетело. Успели, успели. Бля, бараном клянусь, не успел. Все вопросы как... Успели, успели. Баранами клянусь, не успели. Загоном с баранами клянусь, успели. Кого убежать? Тут портал есть, алло. Иди еще одну дракона убить. А, дракона еще хотите? Ну так нахуя его оставили? Мы успели. Нет, если честно, не успели. Да, успели. В смысле не успели, она не взлетела. Мы все успели, нормально. Не, ну если милики в РНЖ мили атаки, то в принципе, то наверное, успели. А она дернулась, типа, ой, мне плохо. Это я двинулся. Ее сова откинула, она не улетела. Было такого, было. Пруф есть. Вот ты по-уебански поставил, чувак, и негде фьюза лосить. Нормально поставил. Мильти кайфует. По говняному, блять. Мильти кайфует. Мильти кайфует. По говняному, чувак. Завидуешь? Завидуешь, что я люблю кастеров. Люблю кастеров. В смысле лосать? В пещеру лосать прихожу, что ли? Это ПВП. Мне этого и так хватает. Да не. Приходите сюда носом поковырять, подвигайтесь хоть, потрясите жиргом. Когда на максимальной РНЖ стоишь, коста, она тоже не филяет, не обязательно лоз. Правильно. Зазнались, еще на меня напали. Мильки, вы че мне не дефейте? Может мне на их сторону стать? Ты не дорабатываешь, не заходить. Неплохой аванс, спасибо. А что даже интересно, никто не скинул писькомер с... А смысл? С дракончиком? Да мне тоже как-то интересно. А там кровотечение тоже не работает, да? Просто да. Все просили, блять, а в итоге никто не занимается. То есть у Лара не работает, основной димидж. Все доты вообще. У меня Т4 не работает, типа. Нет, вкус смысл, крови. Доты работают, не работают болезни и кровотечение. А-а-а. 19 ДД было, биологиня, нахуй. Если говоря простыми словами. Ебать, даже не последний, нихуя. Ебать, ШП. Топе. Ну это какой-то неправильный, там он опять 0 ДПС, 6К ДПС, потом 14К ДПС, 10К ДПС, что за хуйня? Так они в носу ковыряли, значит? Реально. Фунт, а нет, там возьми. Просто забаганная хуйня какая-то. Иду. А урок же яда работает? Сколько бабами будет? О-о-о. Бля, не. Да хуйня. Так, будет минус ХП у меня? Ну, конечно. Там ремень будет, блядь, заказывать. Да, по двойному правильно сяжешь, надеюсь, да? 5 КЕП, один слот. А маги будут в фаерах играть, когда крита наберут? Ой, куда фонарь пошел сейчас? Никто не заметил. С учетом Т4 нет смысла в фаере играть. Ну, они, видишь, они поменяли местами, мне кажется, 2-4-2-3. Запустите пока я начну, потом сомнить логи кто-нибудь. Метеора щит тоже нормально дает, так что... Ну, да. Кстати, фаеров вообще не видел, только арканов, и теперь везде фростами играют. За тесте? Что, я не даю, что ли? Тесте? Ондро. Атернофты 10 нужны? Посмотри в зеркало. Посмотри в стекло. Yeah. А чё там, клоуны в стекле? Ну там шеймкунки в стекле. Вау, вот это зоопарк. Зачем хилы, я могу себя сам хилить. Не на боссах. Бля, успел переобуться, да? Чё он сделал? Не услышал даже, ужас. Бля, хильтишь, бля. Эй, реально, эй. Калами хилься, халтурщик. Когда про барана проебал, ёбан. Потому когда... Да свечи же. По факту он тут умер или нет, показалось? Oh.
Мирай, а чё ты волю не забрал и правда? Эй. Я думал, ты задонатил. Рыбу хавать? Нет. Полгода без еды. Кунка, я тебе скажу, когда нажать шестерочку. Не переживай. А так пей лужи, плёй и слизни. Хорошо, вау. Папа. А кто танчит? Безжалостно. А я? Бегаешь, сокру даешь и каплю. И фрид. Ура! Можно АФК стать? Если что, еще возложение даешь. Ну, флешки подхиливаешь. Эдик жестко нахотай меня по-братски. Андрей тут? Плати денег, нахуй. Я тебе дам голду. Давай. Потом. Локи портал не забудьте поставить под стол. Арчена полумащу. И 2-1 орел. Пебам, 5 секунд, я чё. 3. Ну сука, вы заебали, уёбки нахуй тупые. Кто это, блядь, сейчас пулил нахуй? Бой-бой. Ракеткой. Ну-ка, помогу тебе. Сука, весь пул засрали, нахуй. Засранцы, блядь. По зелёному свечу мы поехали быстрее. Блин, давай без помогания. Забирай, всё. Ясно, блядь. Повезло миликам, нахуй. Босса, подводи сюда, блядь, чё ты там бегаешь, не пойми, где она. Я подлагал. Переводите босса. Чё боссу не успеете перевести, блядь, выйдет красный. Блядь, овощи, нахуй. Давай. Ой. Ну, прямо впритык, нахуй. Всё рассчитано. Пельмени сейчас будут, напоминаю. Расходимся сразу от босса. РДД. После пельмень будут колбы. Так что милики, лучше ебало бить. Пельмень отошли. Колбы. Одна секунда. Колбы. Что у тебя с агром? Может... Ну, я просто рваю. А, я в крови, в стойке, все нормально. А, ну ладно. Правитку сниму просто и все. Пельмени отошли, пельмени отошли быстрее. РДД по красному, видите? Локи сбросил. Мили зону. Милики не надо пока, надо было босса бить. Ладно. А кому проходить? По красному свечнитесь, милики. Колба сейчас будет аккуратно. Пей, блядь, быстрее, пельмени вышли нахуй. Пей, кунка, блядь. Зеленым, под зеленым в приоритете пей, не в пизде, где-то в РДД зоне. Зеленым, бар. И не допил тут, блядь. Кунка, блядь. Сори. Мусорник. Правее станьте РДД, по зеленым поехали быстрее. Ждем. Все, милики по боссу поехали. Пельмени отошли. Что, блядь? Ясно. Дай БР. Вой, дай БР по Ринда. Серый, дай по Грандмастеру БР быстрее. Ребафнули паладину и рогу. Лужи вышли. РДД, вышли с лужи быстрее. Прохил. Ребафнули рогу и паладину быстрее. РДД по красному поехали. Пельмени отошли. Акума побежал, Акума прохил. Милики по красному свечнулись. Там было, блядь, к проху поворачивать. Чё там? Я у него прошел уже. Поворачивать бежать. Обратно в ту сторону, чтоб миликам ближе возвращаться. Давай ружать, спрашивает тебя. Пока не надо. Сейчас плюнешь, потом нажимаешь сразу. Отошли
стопаем? Стопните босса, не бейте, стопните, по зеленому поехали. Плюни, допивай лужу и жми. Там ходка висит. Босса подводи. Сейчас пельмени и потом подведешь. Я знаю. Угу. Ясно, блять. Попов, проху, поехали быстрее. Проху. 2%. Речь, блять. Мне хватает. Только я не. Ну, блять, ну вы уёбки конченые нахуй, блять! Уёбище, блять, нулевые нахуй! Сука, существа плюнул, нахуй на миликах, блять! Тупорылые нахуй! Опа, блядь. Долбоёбы нахуй. Отойти, блядь, они не могут нахуй от зелёного, блядь. Стоят там нахуй. Геру дайте, Бентли, у тебя боты есть, если что нажмёшь. Все в красного быстрее. Чё попадёшь, я подниму. Есть. К профу поехали. РДД вкуснее стали. Звёздочку на себя поставим. Окей. Право, перешли быстрее. Мулинраж дай СС по... Не, Ванищелла дай СС по глю быстрее. Служи РДД, стоим пока тут нормально. Кто там, блядь, стоял так криво, блядь? Дай БР по Ондри. У меня 400 КРЛ, что мы делаем? Там сзади лежит. Забирай. Пельмени это шлер, да, сдвинулись сюда. Не диван, че шо там финя. Глю, дай диван по пожалуйста. Ты проебал момент, Андрей, можешь не вставать, ты быстрее. Да все, я уже, я так сказал, что так и будет. Так и будет, ну, там никак не надо было меня бэрить изначально. Надо было вставать. Сразу. Уже вышли, уже вышли. РДД. Да тихо, блять, закройте ебало, алло, нахуй. 4 стака фонари. Уже вижу, дружочек. Хорошо. Ага. Пельмени отошли. Выводи, блядь, ближе к нам, веди к РДД, потому что вас сейчас зажмёт, нахуй, милики. Ну вот, идите, ты на ход босс. На балконе колбу скину. Надо еще один диван будет давать. Сейчас я дам, подам. я дам. Не надо. Кто тогда? Давай заранее. Колбы сейчас будут? Дай, дай шанк диван по фонарю быстрее. Да уёбки вы, блядь, что вы нахуй делаете, блядь? Вы совсем тупорылые нахуй или что? Забирай фонари. Сука, гандоны нахуй, блядь. Я вам, блядь, сейчас поминусую нахуй, покосарю всем нахуй. Дружненько, блядь. В мелизоне нахуй. Тупорылые, блядь. Первый раз нахуй пришли на проху, блядь. Пельмени отошли. Похуй, стоим тут, добиваем. Дай сокру фонари, лужи вышли. Колбы будут. Хех. Найс, колба упала, блять. В очередной раз. Осколок выпал хотя бы? Охуенно. Так, блять. Вон там в чат линканула, кто пельмени хавал. Нихуя ты пидор. Ну не в обиду, но, блять, как-то не очень по-пацански слышу. А оно у меня само, понял? Ну, так надо такие аддончики отключать. Там, кстати, как-то в мелизону пельмень полетел. Угу. Не перед диваном поутал. А нам там кто-то просто в мелизону из РДД подошел, она на нас хуйнула на танках. Кто не да, там прям в мели залетела она. Да, да, тут просто кастер, ну понял, типа, там бывает хуйня, что он хочет в него кастануть заранее, он в мелизону подходит, он прям в мелизону пиздует. Он раньше не на рейнже кастует? Не, оно заранее выбирает цели и через 2 секунды каст пельмени. И, например, если челик стоял в РДД зоне и сдвинулся в мели, оно в мели прилетает.
Мирая, блядь, как ты пельмень нахуй словил, блядь, объясни мне нахуй. Это, скорее всего, тот, которого мели нет. Прилетел. Блин. Там пиздец, у меня 2к хп было. Спасибо, засейвили. А, сложение не заметил. Да, а, это так это забавно, возложение нахуй. Было. Да мы все в тебя хилюли, понимаешь? Максимально всех, что могли. Я герой. Остальные нет. Возьми. Я взял. Да мы видели вас, блядь, героев нахуй танков, блядь. Босс хуй знает, куда ходил, блядь. А чё я? А я ничего. Я сказал, что шаманка, то по тарге цепнуху кастит. Ну, шаман, лучше не это вот, да. Ой, пожалуйста, нахуй, дайте. Пожалуйста, у меня иногда забой синдровой отхила в ДК танки по себе больше, чем у тебя в шамане. И, блядь, в ДК он тебе только цепнуть, нахуй. Ты очень мулячий хил, если честно. Ну, лучше молчись, вот. Ты бесполезный. Нихуя унизил. Давай я сам решу, кто там что, нахуй, и так далее. Я за это, блядь, тоже минусую, это есть в правилах, нахуй, обсуждение и так далее. Больше не буду. Еще раз такая хуйня будет, блядь, я тебе минусану, нахуй, в 2 раза больше, чем положено, нахуй. Блядь, я остановился. Так, поезд, кому не надо, грудь. Бой-бой бендаж. Грудак танковский никому не надо? Надо, я... Сейчас я посмотрю, может у меня ничего нету. А, ну если надо. Дальше, ноги. Володя, снимешь? Шея танковскую вообще не кидал, Феникс? Шея танковскую? Кого? Ну, там красная шея такая была, ты не кидал ее еще? Вот она. Ну вот, вот шея она. Танковская. Ой, еба, не, куночка за нее порву. Кто за кунку там рвать собрался? Сейчас сам порву. Ты как рулячий протупал, вообще рот не открывай. Ты рот закрой, вообще рестер друид. Ферните звезду. Звезду ферните, паладины, быстрее. Алло, нахуй, паладины. Паладины, звезду, фер. Изгнание зла. Зелененький такой, такая хуйня. Фернул. Видал? Красава наша. Плюс ЕП, я считаю. 100 ЕП. Добейте тактика. Ромбик. Эдик, наш обмен мне и этот, как его? Ижу обмен наш. Наши кольцо. Бля, охуевшее кольцо. Нахуй вы ром фернули, блядь, который я сказал убить, а звезду ферять нахуй. Рыскались обмен. Грудак. А чё, давайте на параусе. А. Пристань на обмен. Кинжал. Блять, хороший кинжал, кстати. Синрица обмен. Володя, ты отменил, нет? То есть снял 7000. Я дал пояс уже плейбоя. Ты серьезно? Все? 50. Я верну. Серега. А ты всем поснимал по 2 раза. Ой, находник шаман. Да нет, я с самого начала снимал. Ебать, и токен никому нахуй не нужен. Пиздец. Бентли, блядь. ДК Макдруид.
Так вот это я возьму. Может, ты нужен, Беба? Я заберу, сколько секунд должен его танчить должен? Не, Беба, я отвел. Они сдохли, наверное. Ты представь, если не снял. Бля, они надо бить наш. Захиливают идеально просто, не сипи, да. Да я вижу, уже по 29 тысяч ему пуярят, бля, всем похуй вообще. Отмени ну, наш хилов, тарг, кроме хилов. Осуждаю. А что тут твой таргет бить, я не обязан отмотить. Бентли... Сдохнешь. Бентли... Так а что если я ОЕ бью, блядь? Дай скажи, сказать Феникс. Да подождите, блядь, пожалуйста, нахуй. Бентли, Жу и Блэк Дарк на сферках будете. Остальные по боссу. На кинетике, которые. Бля, эта целка так утомляет. Даже хочется на X2 пойти поиграть немножко. Хуй знает, по мне X2, блядь, вообще. Так какой-то... скучно, блядь, это не знаю, что тут пиздец. Я посмотрел этот БС, блядь, мне он тоже как-то не особо понравился. Как-то мутная лука, нахуй. Босса, может, интересная лука, мутная какая-то. Чисто в БТ бы сходил. Хижал говно, нахуй. Хиджал. Потом открыли, кстати, Стратхольм вместе с Хиджалом, они обещали. Там ничего не открыто еще. Нет. Они, короче, обещали сделать. Когда откроют Хиджал, открыть все героики, короче, абсолютно. Ну, там Стратхольм. Добавили. Это Зорто добавили, да. Ну, с него тоже шмотки падают. Короче, как обычно, они напиздели, блядь. Они обещали с Хиджалом открыть все ХМки абсолютно там. Вот, Хиджала, да, еще нету. Нету? Нет. Че, Феникс говорит, что там он есть уже? А БС есть. БС и Зорт это последний. А, ну да, тогда, да, добавили. Рыбу хавайте, оба фонари заберешь, килисетку, безжалостные двои, на пулите на безжалостную сюда. Давай, серчи на полубафу, поехали. Ставь в стену эту рыбу ёбаную, типа ее невозможно пожрать нормально. Я тоже эту рыбку не могу поесть. Вот это я тут даже с пола не могу, типа камерой собрать. Блять, в стену нахуй еще поставить надо, блять, кликнуть нахуй. Нет, в стену идеально работает. Короче, напомню. Эдик. Да тут, я тут. Я перепечусь. А чё ты? 3, 2, 1, пул. Так, я с фонарагой постою. Спасибо, Егор, по сверкам. После волнового полтора, что ли? Рандом. Их разбежать. Да, избал. Да, блядь. Геру, дали по толдерам поехали. Сверху прибейте.
Отнеси эту милики, поехали. Фонарами держите. Держу прохильчик. Милики, идите к Ланару. Мульмраш, раскол нажми. К Ланару все поехали. Добиваем, похуй. Блять, не успели. Сука. Лошарами. Эти боты 4 раза подряд падают. Ебал, это в рот. Все на ханта. Да это на энха, ботинки. Сейчас еще дрифковая пойдет, если че. Да, вот здесь не души. И арбалет. Я очень хотел себе на энха. Нет, на самом деле, ботинки на фонтане самые топовые, но типа по факту хотя бы такие. Блин. Вот такие падают. Ой, блять. Фонарегу, блять. Такие раз в 100 лет падают, потом будешь, когда фантом ходить, будешь 10 лет шмотки убивать. Да я тебе отвечаю, блять, просто вот со всех боссов выпал все, что только можешь на фонта. Потому что фулгир бы вышел, да? Бы вышел, я бы отсюда вышел в натуре, мне только нон сетовые шмотки докупить осталось бы нахуй. Надо, блядь, на рекорд сходить, карту купить, блядь. Нафлика, блядь. Да, это алгород на ханте не сделал. А так-то что мне еще надо? Ссылка. А мне нихуя больше не надо. Вы не делали огород, Андрей, сегодня? Плечи, а, сними боб, сними боб, безжалостная. Я не успел сделать. О, сейчас после целка-то пойдем соберемся там. Полтора часа все ждать, кто пошел. Ну я тоже подошел только к РТ, типа. Ну да, я там пока свои квесты сделал. Токи на одиноку. Я умираю. Ну, молодец, я тебе говорил. Что говорил, я тактика бью, кого мне бить? Вон у него, блядь, меньше всех. Да я ночью сплю, блядь. Он меня дикнули. Да понятно, блядь, всё. На работу вставать, блядь. Нормально там ещё, Агро, нормально держу? Нормально. А как осты сбивается? Чё, Андрей, как осты сбиваются? Какие танк? Осты? Там цепи же кидаются. Их нельзя, это, диспельнуть. Я не мог забрать. Ну, цепи вот эти мы будем кидать, которые верховные мани? Ну да. Ну как я мне, если я бью здесь мобов, как мне мобов, которые стоят почти 30 метров от меня кикнуть? А как я заберу себя моба в контроле? Давай так тогда. Ну, то, что они тебя законтролят, это не моя проблема. Ну вот. Ну, если второй, если пока, второй пока там. Пока я в контроле, да это тоже не моя проблема, танчи, мальчик. Так есть второй танк просто. Так, короче, давайте, наверное, сразу сделаем так. Этот безжалостный, пойдешь танчить босса сразу. Пункт побежишь безжалостный, словишь зеркало. Там, по-моему, два раза надо словить. Там должен дебаф такой повеситься на. Около. Если я не ошибаюсь, там дебаф только один вроде надо ловить, и потом 4 укуса. Вроде так. Да. 3 укуса. Первым надо взять укус и передать несколько укусов надо. Короче, смотри, Кунка, там, по-моему, реально, блядь, там, смотри, ты ловишь зеркало, с тебя фонарь его забирает, и ты потом еще раз зеркало забираешь, фонарь из тебя забирает, и только потом на тебя этот дебаф вешался. Ну, по крайней мере, когда я Насте делал, было так. Я пошел под зеркалом, чтобы не по нему под зеркалом пиздюля прошла, тогда вешается дебаф. Ну, хуй его знает, там что-то мне с первого раза не повесилось, я помню. Тебя не ударило тогда просто.
Ну хуй знает. Короче, смотри, отслеживай дебаф. Там должен такой кровавый этот появиться. Взлетку дайте ему частицу и... Как, короче, кровотвод у ДК. Короче... Напулишь на... Да я в пизду, ни на кого не напуливаешь. Просто стоим АФК не бьем нахуй. Пускай кунков условит. Минута отошел. 10 секунд стоим, ждем просто, пускай кус первый слой, пытайся на ухать. Я еще два раза зеркало должен залутать до того, как укус будет. Блять, кунка там зеркало лутается, блять, два раза нахуй. За 3 секунды, блять. Если фонарь не тупой, конечно. А? Там это зеркало можно скинуть еще об какого-нибудь челика нахуй. Я так делал, когда Настя делал. Тупой. Точно? Он умный. Базарю. Я он слышал, продвинутый. Фонарь самый лучший. Есть такой контактик. Да ебаный в рот, нахуй. Ту рыбу еще поставить, нахуй, цель не пустить.